Всем привет, и сегодня у нас в кратком обзоре игра под названием Unturned, или, как говорит нам Google, неперевернутый. В описании это ММО. Ну что, когда мы зашли в игру, мы увидели, что тут у нас так, выход, воркшоп, надо скупляться, так, конфигурации можно себе подстроить, музыку, дисплей, так. Что у нас музыка? Где наша музыка? 41%. Вроде должно так. Что это? Группа. Ладно, короче, тут ничего не понятно. Ну, погнали играть. Сервер, connect. Что тут можно сервер? Типа создать, походу. Соединиться, connect. А, тут надо... Так, мне тут надо было. Play. Сейчас посмотрим, что тут за play. Ты иди сюда, ты чё? Успокойся, сразу напал. Алё, шаг. А, так это в стиле такой Майнкрафта. Какие-то у нас тут... Что это за флаг был? Канадские. Что это такое? F, так, забираем. Я Майнкрафт не играл. Ни разу. Успокойся. Успокойся, что у тебя тут? Походу, у меня нормально натыкал. Ну чё, мне нравится, что она не лагает. В принципе, карточка у меня так себе, средняя. Так, я буду тут восстанавливаться. 10% восстановился. Так, так, так. Там еще стояли солдатики. Сейчас попробую их уделать. Так, 14%. Ну, такой падла может меня и убить. На, жри. Опа-опа. Так, респаун, завалил он меня. Ну, в общем, прикольно так все красочно, как бы, ну, если понимать всю суть игры, да, тут, то я думаю, в нее интересно играть, особенно... Может быть, фанатом Миникрафта или Майнкрафта, как правильно, даже не знаю. Так, что тут у нас, ребята? Эй, вали, вали. Боже, он меня завалил. Ну что, вот такая вот игрушечка, наверное, интересная. Ну, так вы посмотрели, как бы, как она выглядит изнутри, можно сказать. Кому понравилось, скачивайте себя на бесплатный Steam. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.